Четыре творческих человека и четыре совершенно разных взгляда на мир. Они находятся по разные стороны искусства, но объединяет их одно – любовь к фотографии. Запечатлеть яркие моменты интересных людей, найти удачный кадр и показать свои работы зрителю. На первой фотовыставке клуба «Арт-Позитив» представлено несколько десятков работ от участников объединения. Есть у каждого свое какое-то, своя авторская философия. И это очень важно, потому что без личности, без индивидуальности в творчестве ничего получиться интересного не может. Выставку удалось собрать за неделю. В экспозиции портретные снимки и пейзажи. Зрителю представлено четыре женских взгляда на человека и природу. Авторы работ занимаются самыми различными направлениями искусства, а в свободное время берут в руки фотоаппарат и отправляются за красивыми снимками. Желание через объектив увидеть этот мир не просто как художник, это им однозначно помогает, но и просто как вот самые обычные люди. Ника Ерошек учится в Санкт-Петербурге. На выставку она представила около 20 фотографий различных лет. Самый ранний снимок был сделан практически 5 лет назад. Ника фотографирует для души и считает, что для творческого человека очень важна отдача от зрителя. Они о людях, они о человеческом восприятии прекрасного, они теплее, они о душе. Увидеть выставку фотографий от участников клуба «Арт-Позитив» можно на втором этаже Дома ученых в ближайшие 2 месяца. Дарья Цапарыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.